Во дворе дома номер 47 на улице Боровая, поселка Сухоложский, дети нашли танковый снаряд. Я выгуливал собаку и наткнулся на этот снаряд. Мне стало интересно, и я решил поинтересоваться. Затем я его отправил своему отчиму Андрею. Взрослые немедленно позвонили в МЧС. Я приехала с работы, смотрю, тут соседи стоят все. Я понять не могу, они. Мы нашли снаряд. Ну все, я думаю, надо вызывать кого-то, потому что мало ли взорвется или еще что-то. Неизвестно же, что за техника там. Кого вызвали? МЧС, я позвонила в МЧС, потом меня соединили с полицией. Вот, и уже приехали МЧС, полиция, пожарная и, по-моему, скорая была. Спасатели осмотрели место, где дети обнаружили снаряд. Опасную находку забрали на экспертизу. Она показала, боеприпас не представляет угрозы.